Все хотел снять видео, как травяные лягушки отличаются друг от друга по половым признакам. Я думаю, это не только у травяных лягушек, но и у большинства других земноводных и амфибий, в частности у жаб, точно такие же основные моменты. Внешне определить самец или самка очень трудно. Говорят, что самцы стройнее, чем самки, но пока я наблюдаю своих лягушат, эта теория опровергается в значительной мере, поскольку если один достаточно вытянутый, то другой пухленький, вот, например, как вот этот вот лягушонок. Это у нас самец. Так вот, попытаюсь сейчас показать. Он не хочет. Не хочет даваться в руки. Естественно, боится, стрессует и так далее. Ладно, попытаемся поймать его так. Либо другого люга. Тот же самый попался. Так вот, определить самец или самка можно, если пойманную лягушку взять, как говорится, двумя пальцами или больше подмышки. Он мне не дается, самец. Расстрессовался, разволновался. Вот он наш чудесный самец. Не дает себя снять. Все время убегает. Вот мы можем увидеть его лапку. Вот видите, есть бугорок на каждом заднем пальце передней лапы. Это так называемые брачные мозоли. Это первый внешний половой признак. Именно вот этими большими пальцами самцы обхватывают самок во время спаривания и удерживают их. Как бы мозоли помогают не отцепиться, ну и еще что-то сделать. В общем, самцы отличаются внешне именно этими мозолями. У самок таких вот больших пальцев нету. О! Карабкается. Как бы не упрыгал, куда не надо. Этот самец у нас не очень активный, но сегодня... Опа! Сегодня он прям звезда Ютуба. Осталось только его не упустить. Не хотелось бы по всему балкону его ловить. Надеюсь, мне удастся его обхватить как надо. А именно за подмышки. Вот если хватить самца за подмышки, он сейчас не хочет. Давай. Не хочет. Но и мы не намерены отставать. Вот. Самец начинает верещать от того, что его схватили подмышки, потому что он думает, что его перепутали с самкой и готовится с ним спариться. Так вот, ножки свесил и громко возмущается. Но правда не мило. Вот так мы определяем, что это самец. Самки, естественно, будут терпеть и не будут издавать никакого звука. И мы можем увидеть в действии, так сказать, резонаторы самца. Сложил руки, такой вот недовольный прям, как человек прям. Да, давай, отпусти меня, да, человек?
все, он не хочет. Показал всего себя. В воде они очень скользкие. Очень, очень. Видите, отпустили, у него есть опора задними лапами, и он уже не пытается пищать. Недавно поел, поэтому он не голодный. Но тем не менее, когда они совсем сытые, они гораздо меньше предрасположены издавать такие звуки. Может, им тяжело? Кто знает. Вот этот симпатичный пятнистый травяной лягушонок сегодня звезда нашего экрана. Всем пока, до новых встреч.